Всем привет! Бывает так, что стояк отопления горячий, а батареи чуть теплые или совсем холодные. Причины могут быть разные. Но первым делом проверим запорную арматуру, краны. Отключаем стояк отопления. И сливаем теплоноситель. Откручиваем кран буксу. Прочищаем трубу от крана к радиатору. А теперь к стояку. Так как кран не рабочий, им не пользуется, удаляем клапан. Намотав лен на резьбу, ставим кран буксу на место. И затягиваем ключом. Аналогичные работы проводим и с другой батареей. После проведенных работ, радиаторы заработали должным образом. Ну вот как-то так, всем пока, до новых встреч.